продажи. Доллар-иена, обратите внимание, застряла вот здесь в очень сильной зоне консолидации. Да, и пока нет трейда, я пока не знаю, что мне делать. Покупать опасно, очень агрессивно, продавать тоже нельзя. На мой взгляд, быки сильнее, чем продавцы. И я бы ждал все-таки брейкаута вверх. Пробой вверх, покупка на возврате. Потому что тренд не бычий и не медвежий. У нас нейтральное состояние рынка сейчас. Если здесь устоят продавцы и пробьют обратно трендовые вот это перекрестие, попробую продать. Возможно. Но я больше покупатель, чем продавец. Гораздо более. Yes. Да, я больше покупатель. Меня напрягает вот эта картина. Structure. Структура важнее всего. Low, low и low. Это видят трейдеры, профессионалы. Это видят все участники рынка практически, кто что-то в этом понимает. И здесь деньги. Скорее всего, восходящие деньги, я так полагаю, исходя из того, что я вижу. Но мы не знаем, как здесь разрулят ситуацию, что здесь решат. Потому что у нас есть вот здесь еще люди, которые продают, и есть вот эти, которые подкупают. Да? И здесь некая зона конфликта. Мне нужно как минимум, чтобы мы закрылись выше этого хай, именно этого как минимум, чтобы я уже смог сделать правильное умозаключение, потому что наличие тренда это не только восходящие, да, когда у вас растут низы, но и когда у вас растут верха. Поэтому вот здесь для меня очень важно, хотя мы нарушили вот этот хай и сделали новый хай, новый клоуз, и затем сделали даже небольшой пулбэк, это очень важно увидеть, да. Мы не пробили вот этот хай, который держит, который является сильной зоной сопротивления. Поэтому здесь такое прям мясорубка и непонятно вообще никак. И здесь для меня два сценария. Номер один это уход выше, четкий пробой, большой сочной свечкой. Я это увижу, если будет пробой, он обычно сочной свечой случается. Затем pullback сюда, да, это потенциальный buy, таргет здесь. Почему здесь? Смотрим налево, предыдущая зона, зона ценности, зона объективной прибыли, зона возможного подключения продавцов. Да? То, что видно, не то, чего можно выдумать, а то, что я могу увидеть и про себя еще это проговорить, что это действительно есть. Да? Либо все-таки здесь не устоят, бэйн, пробой, возврат, и то вопрос, потому что более высокий лоу остается, да? Поэтому здесь конфликтно. Еще одна причина, по которой я больше покупатель, моментум, он бычий. Я этого не вижу полностью, но он мне говорит о том, что бык есть. И бык, в принципе, вот на всем этом пути, он присутствует. Здесь попытались перехватить инициативу, медведи, брейк трендовый, возврат, двойное дно, все. Поэтому очень странно. И видите, что я делаю? Я сейчас просто описываю то, что я вижу. Никакого субъективного восприятия информации нет. Иногда я бываю субъективен, потому что я не робот. Да? Но я описываю то, что я вижу самое примитивное. Что невозможно сказать, что этого нет. Вы же не можете сказать, что нет но более высокого лоу или нет уровня. Это очевидно. Да? Поэтому я буду ждать. Я буду ждать. Вот видите, информация, она конфликтует. Ты берешь и ничего не... снег не этот. Понятно, да? Какой-то снег фальшивый. Ни комок не получается. Вот это очень важно. И опять же, в основе всего лежит вот эта вот схема. Да? Ключевая схема это вот здесь. Это триггер. Это то, что будет являться причиной. Это может быть breakout. Это может быть... графический паттерн, это может быть опережающий паттерн. Вот это можно убрать. Это не обязательно. Многие торгуют без этого. Я использую в качестве конформации против тренда обычно. Либо агрессивных действий в направлении сильного тренда, допустим, на брейкаутах. Я иногда смотрю. Вот. И состояние тренда оценивать нужно с позиции нескольких таймфреймов. Да, как минимум 2, как максимум 3. То есть вам нужна общая картина, ибо вы будете узко вот так смотреть. В трубочку, а не в трубу.